Сегодня в Сыктывкарском поселке Нижний Чоф открыли новый детский сад на 120 мест. На его строительство муниципальная казна потратила 82 миллиона рублей. Новострой полностью решит вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях Нижнего Чова и существенно разгрузит детские сады соседней Эжвен. С торжественной церемонией Любовь Лапина. Еще год назад на этом месте был пустырь. Теперь здесь большой современный детский сад. Дед Владимир и его внучка Сашенька спешат на открытие. Малышке уже третий год. В очередь на место в детский сад родители стали, как только родилась дочь. Очень ждали, потому что получается, чтобы, например, ребенка держать, то мама не работает, то папа не работает. А теперь детский садик откроется, и все проблемы будут решены. Все могут ходить на работу, а ребенок будет в садике. Я буду встречать ребенка, провожать в садик, как дедушка. Уже 3 сентября сюда придут 120 малышей. Вячеслав Гайзер отмечает, образование для правительства Коми в приоритете. Только в этом году в республике в общей сложности будут выделены 7 детских садов и еще 2 школы. Вдвойне приятно, что вводом вот этого садика мы решим проблему не только этого микрорайона, но и частично Эжвен разгрузим очередь, которая образовалась в детские сады. Ну и, конечно, очень приятно, что сдача в эксплуатацию этого садика – это дополнительный подарок республике к дню ее рождения. После торжественных речей высокие гости и директор нового сада перерезают красную ленту, а после золотым ключом открывают двери для мам, пап и их малышей. Внутри гостей встречают хлебом, солью. После праздничный концерт глава Коми преподносит еще один подарок – сертификат на покупку мобильного автогородка, чтобы с малых лет детей обучать правилам дорожного движения. Затем экскурсия по группам. Они, как и само здание, красочные. Директор отмечает, к учебному году готовы. Уже пищеблок все полностью оборудован, прачечные полностью оборудованы, медблок. Это самое главное, что для функционирования, для качественного функционирования уже все есть. Вот группы все готовы. Всего здесь будут работать 6 групп, все полного пребывания. Столичный градоначальник отмечает, задача создать за 2-3 года 3000 мест оказалась вполне реальна. В прошлом году мы ввели дополнительных мест 320. В этом году мы уже посчитали, у нас 850, вот с учетом этого детского сада, 850 мест уже создано. Еще до конца года, я думаю, что мы где-то до 1000 дойдем. В следующем году большая программа, там у нас реконструируемые помещения для ввода готовятся. Сегодня уже на улице Куратова начали реконструкцию. На Карла Маркса, вот тот, который у 21-й школы. Детский сад на 220 мест сейчас строится и в Орбите. Еще один здесь же начнут возводить к концу года. 300 мест найдут на недействующих учреждениях. Кроме того, в столице заработает 7 частных садов. А один предприниматель и вовсе собирается построить новый детский сад в Максаковке. Любовь Лапина, Кирилл Шучалин, телеканал «Юрган», Сыктывкар.